Армянские представители в течение недели на переговорах с Азербайджаном уточнят прохождение границы на участке на юге страны, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, речь идет об участке границы в Сюникской области на юге Армении, рядом с которым находятся азербайджанские населенные пункты Зангелан и Губадлы. Когда 9 ноября подписывалось трехстороннее заявление по Карабаху, Зангелан и Губадлы в нем не упоминались, поскольку на данном участке более 90% территории уже были под контролем Азербайджана, и было понимание, что эти вопросы должны стать предметом переговоров. «Сейчас проводятся интенсивные переговоры», — заявил Пашинян на своей странице в Фейсбуке в понедельник.